дальше. А начать игру-то как? Алло. Алло. Игра. Дай мне в тебя сыграть. Где кнопка запуск, блядь? Наверное, надо имя ввести. О, о, ура! Ура, блядь! Мы можем начать. Здорово всем! Сегодня мы играем в рыбалочку. Игра называется Ultimate Fishing Simulator 2. Ранний доступ. Есть какая-нибудь обучалка? А? Какая-нибудь обучалка? Пойти на рыбалку. Приветствую. Желаете пройти обучение? Да. Обязательно. Если я не смог сразу игру запустить, то мне определенно нужно обучение. Передвигаться на месте в ловле рыбы можно с помощью всада или мыши. Справа на экране отображается информация о погоде, снастях, которые вы используете в этот момент. Осмотритесь на месте ловли, а затем подойдите к воде. Нажмите пробел, пожалуйста. Графен! Графен прям в рожу. Настройки есть? Есть. Экран. Все хорошо. Звук нормальный. Графен! Все на графен. Везде графен. Это она тихенькая. Надо, наверное, добавить мальца. О, от души. Сыпанем. Информация о версии игры. Здравствуйте, дорогой игрок. Водичка. Поплавочная рыбалка. Один из самых популярных способов ловли рыбы. Выберите поплавочный комплект, нажав двойку. Нажали двойку, достали удочку. Ближний заброс удочки самый простой в исполнении. Главное, цельтесь в достаточно глубокое место. Прежде чем забросить удочку, можно настроить глубину поплавка с помощью, в общем, скобочек. Для ближнего броска нажмите и удерживайте ПКМ. Что-то никаких изменений не вижу. Ну ладно.
Леска сматывается нажатием ОКМ. Скорость сматывания можно применять менять колесиком мыши. Сила фракциона регулируется клавишами плюс и минус. Вы можете начать заброс заново клавишей Q. А теперь смотайте всю леску. Смотал. Для дальнейшего заброса нажмите и удерживайте ЛКМ. Выполните дальний заброс. От души так. Эх, и вместе с трусами. Следующая задача – поймать рыбу. Используйте подводную камеру, нажав U, чтобы увидеть то, что происходит под водой. Дождитесь, пока рыба заинтересуется наживкой. Осталось дождаться вообще рыбу. Когда рыба хватает наживку, ее нужно подсечь, выбрав правильный момент. Попробуйте натянуть леску как можно туже. Нажмите ПКМ, чтобы сделать рывок. А вон жопа рыбы. После того, как вы подсекли леску, ее можно свободно вытащить на берег. Для этого нажимайте и удерживайте ЛКМ. А теперь вытащите рыбу. Тащим, тащим, тащим. И вот наша рыбка. Опа. Успешный вылов. Пойманную рыбу можно оставить или отпустить. И получить за это разные бонусы. Отпустите рыбу. Теперь вы... Теперь выберите спиннинговый комплект, нажав единицу. Выпустить. И получаем, достаем спиннинг. Пришло время нового способа рыбалки. Сейчас вы научитесь удить на спиннинг. Выполните дальний заброс, нажав ЛКМ. Подводите приманку максимально эффективно. В верхнем правом углу экрана виден индикатор приманки. Когда эффективность повышается, он становится зеленым. Снизьте скорость вытягивания до 10% и продолжайте тянуть приманку, пока рыба не клюнет. Забрасывайте удочку, пока не поймаете рыбу. 10%. Ловись, рыбка большая и маленькая. Что-то они не прорисовали ручку катушки. Повысим, повысим, повысим. Поймали. Давай, давай, давай. Опа. Рыба в сачке. Выберите оставить, чтобы положить рыбу в сачок. Сачок используется для сортировки рыбы. Чтобы открыть его, войдите в главное меню клавишей Escape и откройте профиль игрока. Профиль. Сачок. Щучка.
штучка. Клавиша M открывает карту локации. С ее помощью можно телепортироваться куда захотите, нажав один номер места ловли. Минус менять погоду. Всю необходимую информацию найдете во вкладке «Помощь». Иди, учи сам. Вот такие мы рыбаки, пацаны. Сорян, пацаны, что не отвечал сразу. У меня опять глючит чат. Так, значит, здорово всем, кто пришел. И тем, кто придет. Пингвин, привет. Латеви, привет. Дельфин, N61, здоров. Сноубол Тони, привет. Господи, вот у вас ники, пацаны, ей-богу. Хуй выговоришь. Будешь море там просто. Здорово. Так, значит, по поводу Saints Row ответ. Смотрите, ребят, какая ситуация получилась. То есть на первом стриме я играл в известно какую версию, потому что разработчики ее сразу не прислали. Потом разрабы начислили нам Saints Row на... Это вчера. На эпиковский аккаунт. Я ее поставил заново, начал заново. Видно, что игру пропатчили, и я не столкнулся на данный момент ни с одной проблемой, которую вы видели на стриме. И, естественно, игра воспринимается сразу совсем иначе, когда ты не сталкиваешься с этими проблемами, со всеми с этими багами и прочим говном. Поэтому сейчас я свое мнение о Saints Row меняю. Я пока обзор еще не писал, и слава богу. Вот, я его, думаю, выпущу через 2 дня, когда поиграю побольше. И, может быть, даже еще на стриме поиграем, может быть, завтра даже поиграем еще в Saints Row. Уже нормальный, так сказать, лицензионный. Вот, здорово. Поэтому пока про Saints Row я не буду ничего плохого говорить. Ну, то есть, то, что игра сильно бюджетная, это видно. У нее проблем по-прежнему много, это видно. Но хотя бы те косяки, которые были на старте, они уже исправлены. И это хорошо. Так, ну что, пойдем дальше ловить. Ясное небо днем, да. Джексон, город в штате Вайоминг, США. О, можно в Словакию отправиться. О-хо-хо-хо! Раша, Раша, 22-й рай, понятно, пошел нахуй. В России, чтобы рыбачить, нужно прокачаться. Потому что там медведи с балалайками на Искандерах катаются. Вроде бы ясное небо заказывалось. Что мы наблюдаем? Если что, вы наблюдаете такую же, я наблюдаю такую же зависшую картинку, как и вы. Любопытно. У меня куда-то пропал курсор, но при этом клавиши работают. Ну, в общем, да, игра еще совсем в раннем доступе. Ладно, перезапустим, мы не горды. Сейчас, ребят, минуту перезапускаю. Пишет, что ошибка синхронизации. Во! Что-то прогрузилось, но меня куда-то выбросило. Да, чтобы вы понимали, вот, пожалуйста, у игроков в онлайне сидит в чате
Я так понимаю, на моем канале. Дохрилион. Национальный парк Джексона. Даже время в реальности показывает. Какие мне игры... Ну, Дюна, это, понятное дело, только трейлер был киношный, но в целом я за игрой слежу. Вот. И еще, что можно отметить... Несколько стратежек градостроительных мне понравились, которые там представили. Но я просто жанр люблю. Названия пока я их не вспомню. Там-то были свежие анонсы. Там что-то была игра про... Выживание в этом, в строительство города после глобальной экологической катастрофы на Земле, когда там все континенты затопило к хуям почти. Вот она мне понравилась. И, ну, ремейк The Lord of the Fallen, это понятно, просто красивая опять же картинка. И, пожалуй, наверное, все. Так, будем ловить на поплывочек. Так, в сад двигаться, 1, 2, 3, 4, комплект снастей, плюс инвентарь. Вообще странно, на самом деле, решение инвентарь добавлять на плюсик. Можно даже фонарик включить. И отключить интерфейс. А что у нас еще есть? Комплект не полный, у нас есть только спиннинг, значит, и удочка. И удочка. Ну погнали, чё? Это на максимум, что ты способна? Червячок! Смотрите, какой эротичный червячок. Знаете, что я вам хотел показать, пацаны? Я вспомнил. Я вам хотел кое-что показать. Все любители MMORPG однозначно оценят. Значит, смотрите. Сегодня стартовала ММОшка в Корее. Называется она Hit 2. На ютубчике один паренек выложил видосик. И вот, чтобы вы понимали, он играет за эту вот волю. То есть, когда я увидел, что бегает девочка с голой жопой, буквально с голой жопой, я немножко охерел. То есть корейцы, по-моему, уже вообще берега попутали. Они уже персонажей с голой сракой запускают в игру. Сейчас увидите. Ты смотри, ну вот она буквально бежит с голой жопой, блядь. Так что очень ждем глобального выпуска этой игры. Да погоди, сейчас включу я рыбалку. То есть вот такие у нас теперь ММО из Кореи. Хотя видите, у нее беленькие трусики там есть где-то глубоко под юбочкой. Попой заживали, наверное. Ну бляха, муха, ну срамота же. Не могу оторваться просто. Причем посмотрите, сколько их бегает. Это сегодня релиз корейской ММОшки кроссплатформенной. Hit 2 называется. Сейчас я тут кое-что промотаю. До момента, где он начинает смотреть костюмчики. А, вот прямо сейчас и будет. Я так подозреваю, что Hit 1 сдох. Это прям жопой тебе в кадр. Красота. Короче, ждем все игру. И не ебет. Продолжаем рыбачить. Ну, может быть и нет. Здорово.
Да, на стрим заманиваю. Где моя рыбка? Кстати, прикормку пока мне еще не учили. Рыбаки есть? Просветите меня, пожалуйста, что такое фрикцион? Все-таки. А, вон рыба идет. Рыба идет, рыба идет! Ну, со дна это спиннинг. Давай спиннингом, без проблем. Нет, тут есть конкретное слово фрикцион. Видишь, плюс-минус. А, зачем я обратно? Я опять близко хочу. Не хочу близко, давай подальше. Опа! Что за тормоза? 60 FPS же. Так вон он на дно опускается. Какой у тебя спиннинг? Я не рыбак, пацан, серьезно, поэтому я с вами спорить не стану. Но, блин, что-то не похоже, чтобы спиннинг был с поверхности. Сбежала! Вернись! В Америке чистые озера. Но-но-но. Это мы потом в Россию придем атомные ракеты со дна доставать. На 22 уровне. Да по траве уже понятно, что кучу раз зацепов было бы. Рыбы нет. Была одна, и та съебалась. Опа! Отлично. Повышаем, повышаем. По-моему, у рыбы немножко глюки. Она плывет вверх пузом. Уже мертвая, что ли? Давай, давай, давай. Милая, давай. Оп, готов. Окунечек. Да ну какой. Окунь, карп. Окунечек. А сколько весит? 60 граммов. Маленький. Иди гуляй. Так. Заебись. Это вам, блядь, не за оленем в охоту, это на охоту играть, где, блядь, хер оленя найдешь. Это что было? А, это я идиот. Я путаю ЛКМ и ПКМ. Ща. Ух ты какой! Иди сюда! Иди сюда, форелька что ли? Иди сюда! Камцу мир, швиденько. Не хочет.
Меня пока еще не научили снасти менять и наживку. Так что пока получаем первые уровни вот так, просто. Опа, готов. Сорвался. А как это так? Я же даже подсёк вроде. Блин. Давай. Эть. Смотри, какая упоротая, а. А ну иди сюда. Солнечный окунь. 200 граммов. 190. Слушай, красивый какой, а. Я думаю, что можно. Иди гуляй. Так, а можно ли у нас как-нибудь наживки поменять? Снасти. Комплект 2. Нет, мы на комплект 1 работаем. Это удочки. Это удилище. Это катушечка. Уже вообще тут трындец просто. Не, ну зачем нам червя? А у меня больше ничего нет. Видите? Ничего нет. Надо ловить рыбу. 200 баксов есть. Все сертифицированное. Все сертифицированное. Хамазин. $912 комплект. Спиннинг для начинающих. А чё они, блин, это? По-русски не сделали это. 56 баксов есть. Давайте возьмем. Где кнопка купить? Где кнопка, мать твою, купить? 56. Ну, у меня написано же 200, ну, камон. До третьего уровня. У меня третьего уровня нет, наверное, поэтому не позволяет. Не-не-не, там, скорее всего, проблема в уровне. Хлопцы, загуглите, пожалуйста, для нюба, что такое фрикцион в рыбалке. Вот он плюс-минус показывает. Плюс-минус. Еще один окунь. Тормоз на катушке? А в чем выгоднее, его побольше ставить или поменьше ставить? А я пропустил, сорян, братан. Еще один окунечек. Маленький тоже совсем. 100 граммов. То есть надо понижать, если рыба сильно натягивает, да? А вот он у меня справа в нижнем углу, видите? Этот. То есть, в принципе, если... Сейчас я могу его ставить на максимум, да? То есть, если мелочь такая ловится. Так получается. Что-то он опять со скоростью, блин, алё.
Там фрикцион, видишь, 100%, 90%. Ну давай поставим 60. А что там рядом со мной плюхнулось? Ой, хорош, 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 хорош. Симпатяшка, килограммчик, не меньше. Тащи, тащи, милый, тащи. Не, 600 граммов. Сомик американский. Что сделать? Выбросить или оставить? 600 граммов. Маленький. Да нет, там леска на пределе не была. Он показывал там по белому делению. Я ж смотрел. Вон где своя рыба тусит. Хорош! Вот это хороший окунёк. Симпатичный. Тихо, 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 тихо. Я там за леской просто следил. Так что надо опускать, да? Когда он в красную уходит. Поставил в десятку. Десять процентов. Давай, иди сюда. Посмотри, она у меня разматывает. А что она мне разматывает рыбу, а? Ну, стоять. По 10% оно автоматически ставится. А, вручную мышкой. Да давай уже 5 метров, ну блин, камон. Опа. 700 граммов, сволочь. Трешечка. Здорово. А ты что, рыбалку что ли не любишь? Надо любить рыбалку. Да ладно, сбросил. Так, что там со скоростью опять? Блин, да хватит тормозить, алло.
мелочи. Мелочь, мелкая щучка. Вообще мелкая щучка. Сейчас буду по максимуму ебашить ее. Даже не сопротивляется. А что, вышел новый трейлер Atomic Heart? 300 граммов. Иди гуляй. А где новый трейлер Atomic Heart? Подожди, что-то я проебался. Или он сегодня только вышел? Час назад. Сейчас будем смотреть трейлер Atomic Heart. Сейчас я закину. Уже сейчас у нас опубликуют его. Сейчас, смотрим трейлер Atomic Heart, пупс. Да. Ну, я ж на стриме. Локации те же самые. То есть тупо демо-сцена, ребят. Это пиар странный. Водичка красиво сделана. Траве сидел кузнечик. Ой-ой-ой. Тебя ж пузо вспороли. Кровище!
А дате пока слова нет никакого. Хотя должны выпустить до конца года. Пока что о переносе ничего не сообщалось. Ладно, что могу сказать. Трейлер бодрый. Вполне себе, вполне. Вполне себе. Продолжаем. Зачем тебе трек? Пугачёва не хочешь? Не, ты не слушал, что ли? Вот это гигант! Только это листик был. Блин. Я думал, там какой-то мутант, блин, вылез. А это был всего лишь листик. Еще один сомик. А это что за красный мутант сверху? Давай, 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 не робей. Сомик, не робей. Сомик упоротый, слышишь? Алло, 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 сбрось, сбрось. Где он там? Всю твою мать! Куда? Куда он утащил мою леску? Вот паскуда, а ты посмотри, наматывает и наматывает. Давай сюда. Да ты погляди на него. Ты ж можешь мне за ним сходить, а? Пойди сюда, блядь. Давай, говорю, сюда ползи, козлина. Он не хочет, ты посмотри на него, просто не хочет. А можно передвигаться, кстати, нифига себе. Тафай, 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 тафай. Давай, 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 давай. А его отсюда смогу вообще достать? А вот хер мне, походу.
Сейчас мы его будем по чуть-чуть через силу доставать. Иди сюда, хороший мой. 750 граммов всего, блять. А я себе оставлю. И куда ты забрасываешь, имбецил? Наживка зацепилась за дно. Да я ж тебе говорю, выставка-то еще не закончилась. Она еще до воскресенья будет идти. Так что все нормально. А где там рыба плещется? А, это я. Это я булькаю. А что у вас круги по воде квадратные? За какое дно? Кто-то там так булькает, блин. Как лангист Кусто. Я так понимаю, на спиннинге ты не подсекаешь, да? Потому что что-то никакого действия вот на подсечку вообще не идет. Где он там в воздухе летает? 180 граммов. Гуля. Так, мне обещали разные точки. Давайте. Это я здесь. Давай сюда. Течению, блин, ловить. Ну, заебись, что я могу сказать. Где она там зацепилась? Ни хера она не зацепилась, не обманывай меня. Щука уже была. Слушай, а что там внизу, блин, такое булькает? Ебать, что, крокодил, что ли, плывет? Да нет, вроде какая-то коряга. Так и не понял. Так и не ясно, что тут булькает. Да нет, он вроде ровно держит. Один окунечек. Маленький и удаленький. Иди сюда. Сорвался, что ли? Вот хуесос, а. Давайте на поплывок. Глубина поплывка. Какую ставим? 50 метров. Точнее, полметра. Ну да. На червячка половим.
червячка, на червячка. Да метр, следующий сброс, сделаю метр. Хорошо, поставлю позже. Ну ладно, давайте сразу. А почему сразу... Вот, забрал. Давай. Стоп. Забери удочку. Да блин, ну что такой непослушный? Вот. Глубина... 1.40 метра. Ну, давай 1.30 метра. Вот. Погнали. Слушай, почти на дне. Ладно, да почти еще дохуя. Кошка моя, моя кошка моя. Кусает меня за палец. Моя кошка грызет меня за палец. Да нет, тут надо все два оставить. Секли? Давай, родная, давай. Сейчас мы тебя. Слабенький окунёчек. Совсем слабенький. Да у нас вертолет. Так, 2.5 метра. Ебашим по максимуму. Что там сейчас идет этот? Выставка, что ли, очередная? Ну, в смысле, очередная презентация, шоу-кейс какой-то? Если что, дайте ссылку, просто посмотрим вместе все. Я не против. Легенькая щучка. Сюда иди. Вообще ни о чем. Так, а что у меня с уровнем? Где мой уровень? 53 экспы. Что-то... Да, не быстро. Процесс идет не быстро. До 22 уровня я буду до второго пришествия качаться. Да не говори. Хищная рыба на червяка. Ну, вообще тут тоже, наверное, можно уже все три ставить метра, блин. Куда ее заносит?
А я что-то не вижу здесь каких-то заданий для того, чтобы ловить конкретную рыбу. Меня просто отправили рыбачить, я и пришел рыбачить. Кошка, пожалей мои пальцы. Ай. 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 Иди сюда, смотри, какой вкусный червяк. Куда ты? Остановись, вкусный червяк жешь. Жешь. Вкусный жешь, червячок жешь. Вот ты хочешь червячка. Ты его видишь, иди обсасывай. Давай, давай, давай. Хотя мелкий, тоже мелкий. Вообще похуй. Похую. Как в том видосике. А это что за красноперая? Подождем. Подождем. Иди сюда. Рыба. Рыба, иди сюда. Рыба поклава болт. А СМРчик, он такой в уши, про водичку. Что там за воздушные, воздушные пузыри на дне? Это я уже почти дотащил. Ладно, переброс. Время суток выбрать можно. Ни из-за чего она не зацепилась, не надо мне рассказывать. Вообще-то 4 утра надо ставить. Даем не поплавочный тебе, да? Давай сюда. Уточки? Нет, это не уточки, это корягочки. Уточка есть. Это, наверное, локацию надо покинуть. А потом уже этот запускать время суток. Ну, здесь варианты либо утро, либо ночь. Что выбираем? Ночь. Ну, давайте попробуем. А там что за инопланетяне на деревьях сидят, блин? Так, нам бы что выбрать-то? Ну, давайте тогда... Не, мы здесь уже ловили. Здесь я не хочу. Давай вот сюда. Подкормки нет. Подкормку ему еще удумал. На что ловим? На спиннинг или на удочку? Где справа расписана рыба?
Ночью на поплавок не рыбачат. Ну, понятно, его не видно нихуя. Были, да. Это там окуньки сплошные. Кого-то поймали. Кто-то не особо сопротивляется даже. Нерка. 420 граммов. 4 экспы дает. Заберу. Что ты не тянешь? Алло, тяни давай. Прям на самое дно опустилось. Окунь какой борзый, а! Борзометр какой. Куда делся? Я ж под... Блядь, почему здесь подсечка не работает? Сама выпрыгнула. Еще одна нерка. Иди. Ну, нам надо третий уровень получить, чтобы наживочку новую взять. Ох, какая хорошенькая, а! Ой-ой-ой-ой-ой! Сразу мне рвать начала. Бэ, вернись! Вернись! Щучка! Вернись! Вернись, сука! Щучка, вернись! Проебала. А чё она его выплюнула? Здесь не хватает датчика, показывающего успешность подсечки. То есть, как бы, подсёк я или нет, в душе не ебу.
опять убегает, а? Посмотри на него. Давай сюда, пойди сюда. Еще давай сюда, давай, давай. Будь хорошим окуньком. Иди, курва, сюда. Не-не-не-не-не-не-не-не. Куда он ушел? Сука. Тафай, 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 тафай. Ты посмотри на него, а? Вот же ж противный, уже ж до 6 метров дошел. Пиздуй сюда, блядь. Не, если в красную ударить, то она появится, видишь? Убегает опять. Почти, 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 почти. Нет, не почти, нихуя не почти, блядь. Ты посмотри на него, а? Вот же ж жопа. Есть. И сколько ж ты такой весил, блять, 800 граммов всего лишь, солнечный. Соберу тебя с собой. Да. Это точно же. Жуа битва 3 дня и 3 ночи. Ну достали же, достали. Нормально. Здесь у меня маршрут для отступления. Да похуй мне на твою леску, блядь. Перебрось. О, смотри, можно даже просто положить, и она будет считаться, как будто я ее закинул. Наша битва будет легендарной!
Ох, бодрая какая, а! Давай, потихонечку, полегу. Куда, сука, делась? Я и держу на двойке, на тройке так. Понятно, камень просто декорация, не обращайте внимания. Трава тоже просто декорация. Какое? Хавай, 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 давай, давай. Что-то ты совсем не сопротивляешься. Воу-в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 оу! Блять! Неожиданно начал сопротивляться. Так, а что мне теперь надо сделать? У меня она одна была? Какой кошмар. $20 Так дело-то не в деньгах. Вот можно на хлебушек бесплатно вообще ловить. Дело не в деньгах, дело в том, что у меня реально сбежало. А, во. Блесна второй уровень требует. Вот они, первоуровневые все. Давайте красненькую купим. Мы за бакс купим. Нормально. Да, здесь есть за что зацепиться, согласен. Проебал я, короче, рыбу своей мечты. Сейчас посмотрим. Пожалуй, что круче. Там все требуется от уровня. О, хорошая, хорошая какая.
Я же это, по датчику лески ориентируюсь, а не по звуку. Ушел, опять на 13 метров ушел, блин, зараза. Хорошо, ребят, куплю обязательно. Смотри, она уходит, а? Сюда. Смотри, она дальше уходит, да то чтоб тебя... Иди сюда. Да ты посмотри, вообще, вообще никакая. Так куда затяни его, блин, видишь, в этот, в красную сразу уходит, а сорвется нахер, затяни. Я потихонечку добавляю, но толку от этого не особо много. Я ещё похую. Это что значит? Отойти от берега я уже думал. Но это лишь увеличивает расстояние. На вид мудак обыкновенный, блядь. Давай, 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 давай. Но 24 уже много для нее.
22 еще куда не шло, 24 это много. Давай, милая, давай. Все, устала. Нет, не устала. Бахнула Редбула. Давай. Ты посмотри, вообще, ну... Кто-нибудь возьмите палку, ебите ее уже, а? Ну какой 10, алло, какой 11, куда пошла?
Да ну клюет, да только выклевываться не хочет, блин. Не хочет. Просто, блин, трындец какой-то. Если я дам больше, то все, оно начнет, блин, с риском обрыва. Я не знаю. Чуваки, я не в курсе. Опять уходит, сука, ты посмотри на нее. У меня еще ни одной килограммовой рыбы не было, так что если это действительно случится, то наоборот, это будет мой триумф. Ай! Я же отпустил уже, ну камон! Так. Где там ваши лески? На первый уровень. 0.16 за 18 баксов. Хорошо. Купим. Это тоже бесплатная теперь. Давайте розовенькую.
Ну, камон, я же зацепил. Вот. И здесь надо тоже использовать постоянно. Обязательно нужно знать использовать. Динамит. Вот, это нормально по-нашему. Сейчас еще тут пишет. Тащи давай. Так, у нас теперь лесочка получше должна быть. Ебашь сюда, родимый. Давай, давай. Залетишь у меня просто в садочек. 350. Свободен. Следующий. Я пробовал. Просто не повезло. Слишком быстро она на красном оборвалась. Я уже отпускал, но, видишь, она не совпала. Следующая мелкашка. Да-да-да-да-да. Давай, давай. Я вот на это и пытаюсь. Кстати, сейчас мы 680-граммового сомика очень быстро поймали на такую лесочку-то, а? Красота. Только ему цена меньше бакса, блядь. Он даже наживку не окупает, за которую он пойман. Да, так и есть. Симулятор крючка рыбного. Так сказать, немного из жизни. Блесны, хорошо. Вот и губище. Слабое губище. $880. Так-то. Так, ребят, минуту АФК. Сейчас вернусь.
арбуза нажрался. Теперь зов природы, так сказать. Так, ну уже пободрее. По-моему, она не за одну зацепилась, а за другой берег, блин. А чё у меня камера не включается? Да задолбало ты цепляться за дно, слышь? Это как вообще? Наконец-то. Я знаю. Я так и делал. Давайте килограммового. Килограммового хочу. Килограммового. Чё сбросился? Как здесь подсечка отображается? Ну серьезно. Я же подсекал. Я сразу нажимаю правую кнопку. Вот, вот, правая, 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 оп. О, этот у нас спортивный. Давай поближе, дружочек. Не стесняйся. Не стесняйся. Орёшь. Не, лесочка новая вообще отличная. Что, будет первый килограмм? Да, кило 200, господа. Кило 200. Нерка. Оставим нерку. Чё там, мой профиль как уже? Почти. Сейчас будет первый уровень. В смысле, второй уровень. Первый полученный уровень. Надо было сразу нормальную леску брать и не ебать мозги. Окунёк, окунёк, молоток. Мелкий, вообще мелкий. Чисто на уровень идет. Шестьсот граммов. Еее! Одно очко рейтинга. Пятиминутный буст. Давайте смотреть, что же нам дали. А что нам дали? И на что буст? И где буст посмотреть? А там на второй уровень, по-моему, не было лески новой. А, есть, 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 30 баксов, 30 баксов, 2200, килос. Вот интересно, в чем различаются вот эти вот две лески? Ну, я понимаю, что по весу, но почему они стоят... А, это поменьше на 10 баксов. О. Это сразу с четвертого. Это тоже со второго. Ну, ладно, я тупой, поэтому буду брать то, что подороже, и сразу.
на 2200. Оп, взяли. Так, а что у нас с катушечками? Это с третьего. Это хуй тебе врыва, сраный урод. Это тоже хуй тебе врыва, сраный урод. Понятно, спасибо, буду иметь в виду. Это бесплатно, она по дефолту, значит, стоит, да? Подлески. Что-то не фонтан. Первый. И седьмой. Причем моно и стальная, моно точнее, ничем не отличаются. Возьму стальную, будем рубить металл. Универсальная удочка. 2750. Хорош, ладно, понятно. Наживки. Нет, мы пока на приманке. Блесны. Во, уже двушечка есть. А вертушечки что? Вертушечки с третьего уровня. Мягкие приманочки. Это мы все смотрели. Смотрели, сразу четвертый. Лягушечки. Ох, да, солидно. Простая блесна. Четвертый уровень, понятно. Топ-вотеры. Нет, воблеры. Да воблы нам еще как до Китая раком. То есть у нас вариант только вот эта блесна осталась. Возьмем. Сейчас мы будем ловить большую рыбу. Пардон. Но! Можно поставить рогатину. Есть даже большая рогатина на три удочки. Сигнализатор поклевочки есть. $6000. $6000. Так, ну ладно, мы пока на крючок не ловим. Кормушка с пятого уровня, если что. Все вроде, да? Снасти хуястин. Подожди, а здесь другая катушка. На 3 килограмма катушка универсал. Нормальная, наверное, да? Сакура. Так. Так. И вот так. Все, бойтесь меня. Сейчас мы будем ловить большую и большую рыбу. 11 градусов. Слушай, мне кажется, или светает. Здесь вообще в онлайне есть время или нет? Ну, в смысле, я имею в виду, время по онлайну идет или не очень. Ладно, похуй, поехали. Сейчас мы должны ловить хорошего такого сетра. Сразу на 30-ку поставлю. Сопротивляемость. Вот это да. Давай иди сюда, иди сюда. Иди сюда, мой маленький. Давай, давай, кусь. Кусь, сука, блядь. Это мне рыба ведет, как моя кошка, блядь. Охеревшее животное. Смотрите, какая у меня классная блесна. Жите давайте, козы. Или даже на 40 сразу поставлю. Нет, на 30. 30. Блин, чуваки, я на вас уже кучу баксов потратил. В смысле рыбы. Давайте, жрите. Вон, чувак нерку достал, кило 700. А, у меня им не нравится, как я ее. Вот сейчас надо побольше это вращение, потому что она тяжеловатая. Во, на 20-ке. Видите, с правой стороны поплывочек показывает этот, что я хуево вращаю. Ладно, мы теперь научены.
Да он там еще должен кофе варить и жену, блядь, мне привезти из-под воды. Живую. Короче, заброс недалекий. Совсем недалекий заброс. Получается, из-за того, что она тяжелая, я быстро вращаю катушкой, быстро сматывается. И рыба не успевает его захавать. Ну ладно. Давайте попробуем новое место. По-моему, я чайку сбил. Вот на 14 уже мало, видите? На 18 вроде нормально. Сейчас позеленеет. Да, на 18 нормально. Вон ты, рыба. А чё она не падает? На дно не ложится. Надо ждать, пока она ляжет на дно. Да, я знаю, что зеленая значит хорошо. Ладно, подождем, пока надо. Слушай, ну оно же тяжелее, чем стартовое. Почему оно так медленно на дно ложится? Потянули. Где вся рыба, блин? А то сейчас наживку поменяю на стандартную. Вон рыба. Рыба, иди жри. Я не уверен, что на данном этапе это реализовано в игре. Что-то у меня уже четвертый заброс. И хер врыло. Будем на розовенькую дальше ловить. Так здесь, если я буду вести ее по дну и медленно, то... Блин, издеваешься, что ли? То тогда он, как сказать, неправильный этот. Скорость будет у него. Справа датчик, видишь, зелененький? Где моя гламурненькая рыба с большими губами? Есть, сомчик, хороший сомчик. Давай. И пошел. Куда пошел, сука, вернись? Че он выплюнул? Нет, стример нихера ни разу не рыбак. В
На рыбалке, не считая детского баловства, был два раза в жизни. Но ловил, поймал. Я даже крючок не умею завязывать, ребят. Правильно. Так, все, к концу мир швиденько сюда. Раз попался, то попался. 400 граммов. Слабоем. Хотя очень хочу на рыбалку на самом деле. Просто у меня так получилось, что среди моих товарищей нет рыбаков вообще. Это тоже какая-то мелочь, блин. Пузатая. Все, да. Какого хера ты его выплюнула? Чего она его выплевывает сразу? Ну, серьезно, меня бесит то, что здесь никак механика подсекания не показана. То есть команда есть, а подсек я не подсек. Хуй его, вот я сейчас правую кнопку жму. Вот она дергается. Я понятия не имею, зацепилась она за крючок, не зацепилась она за крючок, или дальше его обсасывает. Непонятно. Зато кило 25. Нормально. И 5 баксов стоит. Не хватает какой-нибудь легкой. Да, ну ты видишь, нормально играется, нормально рыбачит. Во всяком случае, всякое интереснее, чем оленя искать в Way of Hunter. Блин, вернись, Сом, вернись. Вот что он сейчас сорвался? То есть, любите рыбалку, почему бы нет? Ну я говорю, я не профессионал в этом вопросе от слова совсем. Поэтому в компьютерную рыбалку я последний раз играл на PlayStation 1. Чтобы вы понимали. То есть, это было в 90-х. Ой, ладно, ну не в 90-х. Нет, это, наверное, как раз 90-х годов. А никто мы в компьютерном клубе, ну, в игровом клубе играли с Харифаном, с Генкой. С Геннадием. Гена-на. Как в том анекдоте. Там вообще все было просто как табуретка просто, как оплеуха. Проще просто не придумаешь. Иди сюда, Сомчик. Сомчик, ты вернулся. Сомчик легенький. Ставить 4, выпустить 6. Слабо. Виджилант 8 все прошли. И первую, и вторую часть. Все рубились. Правда, первую часть я уже не застал. Начался второй. Я в нее потом сильно позже сыграл, уже, знаешь, гештальт закрыть. Ну, а третий, конечно, у меня конкуренции был. Я гонки я никогда не любил. Не, NFS третий любил. Мне нравился. На тот момент там была шикарная графика. Но в целом гонки не люблю. А вот гонки со стрельбой, типа это, ну, того же Vigilante или Twisted Metal второго. О, это прекрасно. Мелкий попался.
А чё это? Выплюнул-то чё? Вот, блин, козлина. Ух ты, смотри, аж плещется. Ой, какая дерзкая. Ой, какая дерзкая. Иди сюда, дерзкая рыба. Почти кило. Радужная форель. Форель — это жир. Двадцаточку стоит. Нифига себе. Свободно. Fisher Online. Или русская рыбалка 4. У меня Крифан играет в русскую рыбалку. Я не могу здесь ничего сказать. Знаю, что играет. И опять же, эта игра в раннем доступе. Не забывайте об этом. А еще, видите, все лицензировано. Лесочки, удилища, приманочки. Все лицензировано. Так что, не баран чихал, как говорится. Ой, какая маленькая... Куда ты не пойдешь уже? Иди сюда. О, они рукоятку на катушку приделали. Смотрите, появилась рукоятка. Совсем на дно идет. Ой, какой. Щучка мелкая, потому и на дно. Мелкая щука. Раз мелкая, значит, опять же достаем так, в нагляк. Совсем маленькая. Кушай, не обляпайся. Тоже не особо сильная, но где-то на килограммчик должна тянуть. Плещется опять же. На чернобыльского сома нерка кило 4, это кило 140. Как-то показывали сама чернобыльского. Там документальная передача, которого вымахал, его там целыми буханками хлеба кормят. В Припяти живет.
в его пасть, моя голова поместится. Куда ты мимо пошла? А ну бери, бери приманку. Вот, хорош. Молодец. Подергайся, подергайся. И начинаем тебя потихонечку тащить. Во, правильно, мордой в камень. Это все правильно. Опять нерка. Да. Можешь, можешь, умеешь, практикуешь. Нерка тоже где-то килограмм. О, даже почти полтора. 9 баксов. Так-то нет, это мы оставим. Это мы оставим. Чё ты, бля, вылезла? Да не говори, наконец-то хоть что-то начало рыбачиться. Спустя 2 часа, блядь. Ну ладно, первый уровень, понятно, что у нас накомительный. Надо было перетерпеть. Сейчас трешечку возьмем, купим себе на эти пакет наживок. За 35 бакинских. Как-то я захотел стать рыбаком. Дуже полюбляю, ну, в смысле, очень люблю это пеленгаса. А у нас же, собственно, пеленгасная ловля, это то, что в плане рыбалки в Крыму просто превосходно. На Арабатской стрелке. Пошел там в Google, на YouTube смотреть, что как происходит. Ну и по снастям. Короче, самое дешевое из адекватных, подчеркиваю, удочек на пеленгаса, ну, карповые, стоит 25 кусков. Рублей. Столько же стоит катушка. То есть полтухан. Полтухан только... Вот только снасть и... Катушка к ней. Ну, в смысле, удилище и катушка. Что-то мне перехотелось на пеленгаса ехать. 6 баксов. Ну, вообще, мне экспа сейчас важнее. О, почти, почти, почти взяли 3 уровень. Можно, конечно, в аренду брать. И, может быть, говорю, если были бы друзья-товарищи, может быть, даже взял бы. Не-не-не, там именно ребята советовали то, что... мужики, советовали то, что надо. То есть, их уйма. Я говорю, что это самые дешевые из адекватных. То есть это же морская рыбалка. Ты забрасываешь на 100 метров или на 200 метров удочку и тащишь. Пеленгас же это, блядь, это замена осетра. Это искусственно выведенная рыба. Она на замену осетровым вбрасывалась в Каспийское море, в Днепр. Вот. И рыба очень вкусная. Очень вкусная. Прям вот очень вкусная. Ух ты! Ух ты! Это противник. Это уже противник. А ну поддадим газку. Хотя не, что-то он не особо. Устал, все, устал, уже устал. То есть я фракцион на соточку выкрутил, а он мне леску раскручивает. Вы посмотрите, нихуя себе заявка. Сюда иди, блядь. И что ж ты у нас за зверь-то такой?
Нерка на 2 кг ровно. Красота. 13 баксов стоит. 10 опыта. Оставлю. Доступна новая карта. 5-минутный буст экспы. 5-минутный буст голды. Срочно надо продавать. Можно в аквариум добавить. Вот, вот он наш наборчик. Но это крючки, это на крючок. Но его брать все равно надо. Косарь. Так, с легкой руки. Косарь. Вуп. Давай, мальчик, пошел нахуй. Косарь. 2.78.0.15. А это на 3.20.0.14. За 40 баксов. Солидно. Это с четвертого. А это на трешку есть. 0.15. 34 бакса. Ну возьму этот. За 40, блин, ну дорого. Ну а что делать? Лески взяли. Что у нас по поплавкам-то уже? Можно же нормальный поплавочек, наверное, взять. Ваглер. За 20-ку. Не, ну я пока на поплывок все равно не ловлю. А на эту так даже толком не половил. К слову. Давайте возьмем такую. Так, чисто ради пробы. А у меня уже их две. И это тоже есть здесь игромовый. Ну, ладно, какая-то фигня. А, ну да, я же купил набор. Зачем? А, дурак. Она же в наборе была. Она же в наборе была. Блин, надо же использовать, нажимать. Забываю, надо нажимать использовать. Ну, давайте. Еще забросик. Посмотрим, что нам клюнет. Медленно ступенчатая. Двадцать 2%. Вон там рыба была, я видел. Не скрывайся, не стесняйся. Хорош. Давай, родная. Не стесняйся.
Что это у нас? 2-120, вот это окунёк. Окунь... и бонус, бонус, тоже бонус. Блин, ну на экспу важнее мне бонус. Нет, нифига. Не в этот раз. Хотят. Давайте, хотите. Без поклевки. Не-н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 е. Слишком близко. Ты прав, я что-то забыл о ней. Что-то рыба моей мечты не хочет клевать. Пойдемте в новую локацию. Купить лицензию. Стоимость 50 баксов. Нормально. Линь, окунь, жерех, усач, лещ, карп, карп зеркальный, сазан, амур белый, карась, главль, язь, хуязь, щука, обыкновенная и плотва. Шевелись, плотва. Так, пойдем днем ловить. Красивенько. Смотрите, какая заводь классная. Вообще просто огонь. Просто тупо стоячая вода. Да, но только на поплывок-то у меня-то это. Голяк по поплывкам. Я ж себе снасти на поплывок-то не брал. Так что будем пока ебашить на спине. Чё, три? Вообще глубины нет. Чё, хлебушек, у нас червячки есть. Вот! Иди! Жри! Камон!
Рыба, жри. Рыба проигнорировала. Вот она несется. Да-да-да-да-да-да-да. Хуяк. Вот это, блядь, вот это был прыжок. Но слабая. Зато 2 кг. Окунёк. А здесь уже бонусов не дают на бабки. Видишь, я перешел локацию и проебал кучу всякого. Да не, вряд ли. Да я не парюсь на этом. И хватит! Щучка. Щучка хороша. Хороша щучка. Но слабенькая. Но симпатичная. Сейчас тебя за палец хватит. О, 2.30. Чё это он даже? Типа мощная рыба? Заставку даже показывают. Может, она ему желание сейчас исполнять будет? 25 баксов, нихера себе, блин. Щука идет в карман. Давайте сразу с 70 начнем, а? Здорово, Пуфик. Чем ты опять недоволен? Опять укачивает? Скажи спасибо, что не динамитом глушу, блядь. Ладно, ладно, сейчас заброшу нормальную удочку. Напоследок, так сказать. Вот она внизу идет, смотрите, крадется. Давай, давай, хватит. Не хочет хватать. Хер с тобой, золотая рыбка. Давай посмотрим, что мы можем здесь сделать. Мы можем здесь заменить лесочку. Мы можем здесь заменить подлесок, хотя подлесок уже, по-моему, стоит. Да? Да. Поплывочки у нас фуфломицинские. Грузила у нас дефолтные. Крючок. А почему они вот это вот? Ну и да, на червя. Хотя да, у нас же есть хлебушек. У нас же есть хлебушек. За бесплатно причем. О! $35! За сколько? На хлебушек мы ловить явно не будем. Да ты видел? Кстати, а видел. Где мой подлесок? Так. Окунь ушел. Ты ушел.
крючочек присмотреть. Нормальный. А у нас из нормальных крючочков хуй да нихуя. 14 уровень сразу, нифига себе. А здесь со второго шаг на шестой. А здесь 17. А здесь 4. Я маловат для 4. Здесь 9. Здесь 11. Ну, блин, остается только вот этот. А зачем они кучу одинаковых крючков закинули? Вот серьезно. Вот они же идентичны. Да. 9, 9, 8, 5. А в чем разница? 5 крючков по 9, 9, 8, 58. То есть они визуально абсолютно одинаковые. Размер крючка. А какой нам нужен? Какой нам нужен? Чем меньше цифра, тем крупнее крючок. Но почему тогда он стоит дороже, если там же металла на него больше тратится? Ну, четверка. А ну, четверки у нас нет. А, есть четверка. Ладно, взяли. Наживка. Леща, окуня, плотвы, карася. Плотва и представители карповых. Давайте карпа ловить. Карп костлявый, что пиздец. 35 баксов. Я обманал. Все бабки отдал на вас. Ради вас. Все ради вас. Поплавок надо было еще взять нормальный. $20 за кусок пенопласта. Блять, я два раза купил. Все, без денег оставили меня. Без бабла. Сюда. Карп, ты должен мне отдаться. Просто обязан. Вот будем в кувшинках ловить. Хотя в кувшинках, блин. Так, фрикционно. С ракет. Ждем. Надо перебросить. Надо перебросить. Вот так. Нет, в рыбальности я не рыбак. Слушай, глубокое озеро. Был бы лиманный червь, моментально бы клюнуло. Он для рыбы, шо наркота.
осетровый. Крадется. 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 Крадись, сука. Верните моего осетра. Уже неплохая рыба здесь плавает. Судя по габаритам. Да, пожалуй, вы правы. Ебашим 2 метра. Ну, сами хотели поплавочную рыбалку, блядь, поплавковую, точнее, а не спиннинговую. Вот будете смотреть, как, блядь, валяется этот личинка на крючке. Блин, 2 метра мало, ты посмотри, а. И ушла селедка. Ну, это, конечно, не селедка, все-таки вода пресная. Червяк, ну ты хоть танцуй. Сейчас уже висишь на крючочке. Подсекаем, подсекаем, подсекаем. Хорош. Ох ты, ёп! Так. Давай-ка сначала с катушкой разберем. Нет, 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 нет. Тихо, 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 тихо. Какой, смотри на него. Ты погляди на него, блядь. Ну ж ты какой северный олень-то, а? Так, уже не сопротивляется. Вот уже опять сопротивляется! Ты какой, ты посмотри на него. А ну поднимем, еще поднимем. Давай, 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 вращай, вращай, вращай. Арбайтен, арбайтен! Еще поднимем. 70, 80, 90, соточка. Устал, что ли? Иди сюда. Бля! Куда пошел? Блин, муха как будто как настоящая прожужжала только что над ухом. Учитывая, что у нас август и мухи все злые. Гара в рыбалку не играет. И давай, 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 давай. Давай на всю. Нет, нет. Отпустил, отпустил. Фу-фу-фу-фу-фу. Ты посмотри, а? Какой боец.
Да, блядь, ты посмотри на нее, а? Вот тебе окушок на 200 граммов, блядь. Удилище слабое. Удилище, блин, стоит уже тысячи. Тысячи, господа. Давай уже 2 метра, блин, камон. Да сюда иди, блядь. Ты где? Блин, на 7 метров уже сбежал. Ну вы тоже, блин, во вторую локацию пришли, а в третью точнее. А на дефолтном удилище, блин, ловить заставляете вообще изверги. Ты сюда, блядь. Сюда иди. Файхары мозги ебать. Давай, 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 давай. Давай, восьмерочка, 8-7 метров, 6 метров. Консумер ближе, 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 ближе. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сука! Так, 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 я подойду, я не гордый. И ушла, опять. Натягивай ее, натягивай, как сову на глобус. Давай. Хорош. И? Не вижу счастливого момента. А, отлично. Что это у нас? 2880. Головань. $25. Зайдет. Так, все, господа. На этом прекрасном моменте мы на сегодня заканчиваем. Не знаю, стоит ли еще проводить стримы по рыбалке или нет. Посмотрим. Но в целом восхитительная игра, что я могу сказать. Любите рыбалку, вперед из песни. Я не знаю, насколько хороши другие игры, но это конкретно мне нравится. Напоминаю, что это ранний доступ. Так что вперед с песни. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.